А, да. Слушай, я не такая гибкая. Моя талия скоро сломается. Это ZGDX. Что за ZGDX? Команда, в которой Луса Чен. Это парень из команды противника Айдзя. Тот самый Луса Чен, который заставил бы меня краснеть, просто выбрасывая мусор в пижаме. Когда это ты видела Луса Чена в пижаме? Да неважно, видела ли я Луса Чена в пижаме. Взгляни, Таньяо, как тебе? Я все тщательно организовал. Для этого Руи украсил комнату. Все чисто в мужском стиле. Как тебе? Я специально заказал для тебя из интернета девчачьи штучки. Девчачьи штучки? Доброе. Доброе утро. Ты фанат Супермена? Могу я звать тебя Ченом? Да хоть папа, если хочешь. Мы не гуляли по магазинам за ручку. Единственный раз, когда мы с Ченом вместе появились на улице, было тогда, когда я только присоединилась к команде. Я не знала дорогу, поэтому Чен проводил меня до магазина. И мой вкус не такой плохой, как у него. Да, его вкус. О чем ты? Здравствуйте. Кто-нибудь здесь есть? Да. Начнем с медленного бега трусцой. Вы готовы? Готовы. Да. Начинаем! Давайте. Не то. Бежим. Разве он не сказал медленный бег? Я так голоден. Где котяра? Такое солнце яркое. Ты такая низкая, что солнце не достает. Да ёлки, вы зачем? Бань всех, кто назовет меня уродкой. Моя репутация в твоих руках. Конечно. Может заблокировать всех? Луса Чен, что ты делаешь? Комменты читаю, это эфир. За словами следи. Детям ругаться нельзя. Я должен поговорить с Туньяо. Нет. Что такое, Чен? Я знаю тебя много лет и никогда от тебя не слышал похвалы. Да просто ты только вниз тянешь. Почему мне кажется, что я вижу нашего капитана? Опять смотрит злым взглядом, как будто хочет в море скинуть. Я тут же поплыву, чтобы выловить твой труп из воды. А если извращенец пристанет? Да кому ты нужна?